Mozambique. The red corner, Armando Mukamba, Mozambique. Синего гринга Абдур Рахим, Бангладеш. Боксеры вам представлены. Абдур Рахим левша, вы видите, в правосторонней стойке стоит. Хорошо. Оценили мы с вами действия боксера из Бангладеш. Ему продолжает слегка поддавливать. И снова сильнейшей рукой доставил соперника. Мукамба пока никак не проснется. Весьма опасливо, мне кажется. Так вот, с оглядкой, не рискуя, действует боксер из Мозамбика. А пакистанец продолжает свои выпады. Не удалось прорваться пакистанцу сквозь защиту, он тут же сблизился. Сейчас закончится первый раунд. Я так и не понял, что боксер из Мозамбика себя представляет. Но может он преобразится во втором раунде. Примеры тому мы уже сегодня видели. Решил не садиться. Продолжение следует...
Пошел Мукамба вперед. Вот так вот. Но медленно действует. Соперник видит эти его попытки. Так вот откровенно по прямой идет и снова нарывается на встречный удар Мукамба. Так вот посмотрел Мукамба сейчас свой угол. Взгляд выражал. Ну что я поделаю? Вот я работал в защите. Ничего не получалось. Я решил пойти вперед, как вы советуете. И опять соперник лучше. Как быть? Ну, это немножко, наверное, моя фантазия тоже. Продолжается бой, и боксер из Бангладеш не собирается отдавать инициативу. Ух ты, здорово. Как было не ударить, да? Валился на него соперник, открыл. Чуть-чуть опустил левую руку, открыл челюсть. Что такое? Развязалось что-то. Что-то в амуниции не так, да. Шнурок. Мукамба возрастной боксер. Что за шнурки такие? Очень длинные. Наконец-то. Можно продолжать. Ну так, встал в центре ринга. Мукамба вышел, встал, поднял перчатки. Не, так ничего не выйдет. Таким джебом ничего не сделаешь. С таким чувством дистанции. Инициативу Мукамбы, но при этом подошел, получил удар, и все на этом закончилось. И второй раунд позади. Боксер готовится выйти на заключительный раунд. Yeah.
Ну, больше в атаке стал работать сейчас. Ну, Камбе. Только, мне кажется, делать это надо было пораньше. Но, тем не менее, другого выхода нет. Надо рисковать. Надо идти вперед. Ну, чересчур широко, чересчур размашисто. Ну, как бы работает. Рахим сейчас как-то остается в стороне ринга, ждет, когда соперник прибежит к нему, прилетит, подойдет, так упирается плотно и пытается встретить. А может, надо наоборот попытаться провалить его, работать на ногах. Теперь здесь проблема со шнурками. А, нет, не шнурки, тут рассечение, друзья. Ну, что скажет врач? Можно. Мне кажется, Рахим немножко изменил своему стилю. Он пытается работать навстречу, опережать соперника. По-прежнему. Но иногда делает это как-то чересчур откровенно. Таким самым, этим самым он дает сопернику надежду на то, чтобы выровнять поединок. А когда боксер чувствует, что у него начинает получаться, у него уверенность прибавляется, силы удваиваются. Выиграны были два раунда, и вот почему-то в третьем раунде боксер из Бангладеш работал немножко скованно. Ну, посмотрим. По идее, запаса ему хватало на то, чтобы пройти дальше. Так что решили боковые судьи. Да, как мы и предполагали с вами, Абдур-Рахим побеждает. Не часто мы видим боксеров из Бангладеш, но вот этот пробивается в следующий круг.